Ну, я считаю, что это правильные изменения, например, но на самом деле они не будут работать, например, да, потому что любые люди могут из третьих стран приезжать, например, ну, хоть то же самое Украина, там что-то кого-то усыновить, потом поехать во Францию и там уже передать, ребенка, если у него будет уже украинское гражданство, скажем, или белорусское, к примеру, да, он может уже поехать спокойно во Францию и передать этих детей однополым парам, гомосекам. Мы, с своей стороны, предлагали сделать макаринское движение, например, да, вообще никуда детей не передавать, чтобы они жили в моднейших трудовых коммунах, где учились 2-3 дня в день, а остальное все время работали бы в поле, на заводах, на фабриках, например, прямо с детских лет уже. И, соответственно, человек бы 18-20 лет, тогда бы он имел бы уже профессию и получал бы от государства однушку бы, например, в общем-то, это все сделать, как это было в 20-х годах, и тогда эта проблема будет снята, например. Что касается пропаганды, вот этой всей темы, например, то пока на телевидении будет плясать там Киркоров, например, Моисеев, Галкин, например, и другие персонажи по типу Баскова, эта вся гей-пропаганда, она будет, так и будет оставаться, и, соответственно, для большинства людей, когда Новый год начинается, как он начался с пидорасов, так и кончается с пидорасами, например. И это все происходит уже 20 лет подряд. Ну, все.